сиськи такие, тара-тара, тара-тара. Оп! Ой, в сисечки прям головкой такой. Мама, дай сисю пососать. И снова здорово! И добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа, я просто проверяла, есть ли звук или нет. Сегодня мы с вами снова играем в «Как достать соседа». Мы медленно, но верно переходим с вами к отпуску нашего соседушки, поэтому будем его доводить до белого коленя именно здесь, поэтому надеюсь, что вы получаете от этого огромное удовольствие. А мы с вами начинаем. Тайное присутствие, о май гад, звучит очень интригующе. Тайное присутствие. Круизный теплоход с соседом на борту прибывает в Китай. Ольга с сыном идут на пляж. Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи, но куда бы он ни пошел, за ним по пятам следует Вуди. Ух ты, блин, помню я этот чудесный Китай, и сколько у меня здесь было проблем. Давайте, короче, смотреть. Я помню, что что-то нужно сделать с угрём. Что-то там надо. Здесь плавает электрический уголь, он вырабатывает... вспомнила. Нам нужно то ли какую-то палочку сделать китайскую, то ли вот что-то вот из этой категории, короче. Что-то такое, да. Давайте попробуем палочкой выковырять, может быть, получится. Я просто не помню. Ведерко здесь надо забрать у Хельгиного малыша. Так, извини, пацан, но тебе это больше не пригодится, а мне это дохера как надо. Берем вот эту вот пилу, водорослю. Хорошо, что Ольга ко мне не пристает. Вот Ольга хоть и страшная, но прекрасная женщина. Вот тут, по-моему, можно краба достать вот этой палкой, копалкой. Давайте попробуем. Ё-моё, да. Вспоминают руки мои, вспоминают мозг. Что-то там под корком отложилось. Давай, 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 давай. Ебой. Ты что там харкаешь куда, дурак? Зачем ты харкаешь? У нас есть краб, еще здесь грабли. Ну, в принципе, мы можем начинать. Давайте попробуем достать угря. Я вспомнила. Мы берем с тобой угорька вот этого чудесного. Вот здесь вот подпиливаем вот эту вот херобору. Да, смотри-ка, мы ее подпиливаем. Сюда кидаем угря. Потом, по-моему, что-то еще с вот этой вот фигней или нельзя? Нет, с этой херней, наверное, потом можно сделать. Ладно, пока пойдем. Блин, Ольга, подожди. Оля, 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 нет, Оля, подожди, Оля, подожди, Оля, подожди, Оля! Спасибо, Оля. Фух. Комбо! Обосрись, сосед, это акула. Большая акула. Унизили просто, задоминировали мужичка бедного. Откакулили по полной, дядьку. Смотри, теперь добавляем вот сюда с тобой вот эту вот хрень в виде краба. Краба. Вот здесь делаем с тобой вот такую штуку. И граблями прикрываем. Опа, свалился. И током обогатился наш сосед. Куда рыбу-то можно эту сунуть? Я не помню. Но вроде бы все. Две подлянки осталось. Раз, два. Значит, я все сделала, видишь? Я просто помню, что в некоторых моментах вот эту пилорыбу можно использовать два раза, по несколько раз. Но тут вроде бы я все хорошо сделала и прям вот как надо, да? Как доктор прописал. Ой, не надо спать, у тебя сейчас опустится твоя... Не, ну вроде бы он тут быстро спит. Прям, я бы сказала, сверлит. Смотри, реально прям. А может быть, он просто делает вид, что спит. Знаешь, глаза просто закрыл. Ха! Долбанули тебя. Он по-другому начал злиться. Ты видел? Он прям начал себя бить. И плачет, бедный. Но мы с тобой верно, но метко прошли всю эту фигню. Молодцы. Занято. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Тем не менее, дама предпочитает изучать китайскую культуру, а не сомнительные чары соседа. И Вуди постарается, чтобы все так и осталось. Да достал он прихлёстывать за этой бедной женщиной. У нее как бы есть ребенок, ей сосед не нужен, этот вонючий. Что-то можно сделать с велосипедом, что-то еще. Надо, короче, понаходить здесь, пособирать всякие штуки. Он типа китайский лидер, он себя представил именно таким... Так, Олечка там что-то кушает наш. О, он какать пошел. Нет! Не заметил. Не заметил. Вот это пронесло. Вот это прикол. Пошел личинку откладывать. Это что это такое? А что это за имбирь непонятный? Женьшень, может быть. Ой, там у соседа несварение, судя по звукам, какое-то.
Я бы на его месте вообще б сидела и не выходила тогда оттуда с таким вот. А где сын Ольгин? Блин, у Ольги жопа такая, конечно, как этот целый арбуз. Сначала понасобираем все, как только можно, а потом уже будем другим заниматься. Здесь раз, два, три, четыре, пять подляночек. В принципе, у меня всего хватает. А, я вспомнила, по-моему, здесь нужно обмазать туалетку. Нет? Да-да. А, чтоб в жопе было остро, точно. Ты чё? Давайте начнем вот отсюда. В таком случае, раз у меня что-то все пошло не по плану. Есть. Здесь мы, по-моему, ломаем велосипед. Ломай велосипед. Может быть, надо вот этот имбирь куда-то засунуть? Вот сюда, например. Блин, он какать пошел, вернись, вернись, вернись. Он какать пошел. Да, Вуди, нормально иди. Ну, чё-то как дятел, ну ёпта. Давай, быстрее сюда, тащи свою сраку. Вот сюда, по-моему, вставляется вот эта хрень. Сейчас попробуем. Он какает, но я на эту туалетку и нажимала. Я вообще не понимаю, в чем прикол. В чем проблема-то была? Масленка. Куда масленку добавлять? Не, ну, скорее всего, ее надо в туалетку добавить. В туалетку и вот эту тоже куда-то. Я либо что-то делаю не так, либо я что-то забыл. Но сейчас начнутся наши первые пакости. Думаю, Оскар мы все-таки получим. У него такой загар этот маечный, смешной. На самом деле он мог бы так умереть. Но трусы леопардовые, ребята, это нечто, это так красиво. Использовать банка с машинным маслом. Может быть, она сюда добавляется. Сейчас посмотрим, просто реально не помню уже. Первый нервный срыв, ребята. Он начал плакать. Довели соседа до слез. Бедный несчастный. Сейчас пойдет вещать. Ты же через верх пойдешь, надеюсь. Мне нужно там быстренько разобраться с этим, с твоим толканом. Потому что я не понимаю. Я надеюсь, он нас не заметит, если я вот так вот пойду. Вроде не замечает, это хорошо. Давайте я попробую реально вот этот механизм смазать. Сосед, уходи, 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 уходи. Вроде не заметил, фух. Во! Что сейчас будет? А, он пошел говорить. На него, наверное, что-то свалится, я думаю, да? Да, на него там что-то свалилось, судя по всему. Картина этого дядьки. А вот и туалетка, я же тебе про что и говорю. Почему-то до этого не хотелось никак мазаться. Ну все, все подлянки сделаны. Нам теперь остается только наслаждаться шоу. Блин, Ольга, ты так в себя хомячишь. Мне кажется, она в сиськи себе докладывает ту еду, которую не доедает. Знаешь, чтоб сынульке потом дать. Куда она его делала? Может быть, она его где-то проносит в себе? Может, ее ребенок именно там? Сейчас будет противненько. Валит свои гадости. Что он такого скушал, что его так это самое... Горячо, да? Это тебе не KFC жрать. О-о-о. Дабл просто. И помылся, и посрал, и горячего по жопе наполучал. Четко! Я считаю, мы все сделали. По ком звучит гонг? Давайте. Пока что быстро идем, хорошо, мне очень нравится. И снова Великая Китайская Стена. Разумеется, сосед ухитрился затесаться в ту же группу, что и Ольга. И теперь собирается произвести впечатление на свою даму сердца. А вот какое это будет впечатление, целиком зависит от Вуди. Да я знаю, какое. Очень-очень сексуальное на самом деле. Настолько, что никто не может представить. Так, дядька какой-то здесь. В игрушки надо поиграть, давай, достаем мишку. Иди сюда, плюшевый мишка, вот он какой, иди сюда, мой дорогой, давай, доставайся. Блин, иногда так сложно, это говно работает. Все, есть у меня медведь. А, он здесь Олечку катает нашу. Ой, о-о-о, куда-то, назад, 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 назад. А куда он идет? А, он идет в гонг долбить. Так, я беру здесь кусачки, беру кирпичик. Малой, а что это у тебя хлопушка здесь, да, какая-то? Хот-дог, сосиски в тесте, теле-теле-тесте, живих и невесте. Вот эту штучку нужно взять. Ну, сосед, в принципе, ходит как по кругу. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот это, по-моему, можно подрезать, это смазать, короче, что тут еще? А, вот эту штуку попробую сейчас забрать. Сколько здесь подлянок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть. Я помню, что вот здесь что-то ты забираешь, вот эту вот смазочную штучку. А, пацану нужно мишку дать, и он отдаст нам петарду, насколько я помню. Где мой мишка? На, мальчик.
Хочешь мишку? Держи. Это тебе. Нравится? Сюда мы в сосиску вставляем хлопушку, чтоб соседушка охренел просто не на шутку. Вот это, по-моему, фигню я должен вот так вот прохерачить ножницами. Ну, реально делаю многое по памяти, ребят. Блин, бедный, он еще немного, мне кажется, он будет себя вести, как в том туалете в прошлом раунде. Карате, айкидо, давай. Пам-пам. Ой, какой силач, да, молодец, да. Ну, Олька улыбается, конечно, во все зубы свои, но я думаю, что это ненадолго. Мы покажем, что сосед не так уж хорош, как она думает. Зря она, конечно, ему так это самое доверяет. Вот это смазываем штучками. Ебой. Вот это делается или нет, что-то я не знаю. По-моему, больше ничего не надо здесь делать. Он вроде бы как сам все сделает. Вот здесь мы просто вставляем вот эту штуку. Да и вроде бы все. Насколько я помню. Ну что, сосед, удачи тебе. На халяву, прикинь, сожрать решил. Вот не надо брать на халяву бесплатный сыр, только в мышеловке есть такая поговорка. Вот ты и получил. Вроде бы как я все сделала. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек. Все, вроде бы все есть, да. Уходим отсюда спокойненько. Чувствую себя каким-то чертенком. Мне не хватает вот этих вот ушек. Он тапок всю сожрал. Бедный. Вот это он разбесился. А, нет, смотри-ка. Блин, а что ж я сделала не так? Не, ну вроде бы ваза на него упала. А что я тут упустила, простите, пожалуйста? В таком случае. Может быть, сейчас что-то еще будет? О, братан, беги. Блин, он попёртывает, когда он боится Ольгу. Но Ольга такая, посмотри, когда она грозная, страшная, капец. Жуть какая страшная. Чё мне делать? Подожди, я не понимаю. Может быть, её надо было смазать чем-то, эту вазу, тоже? Я, походу, что-то упустила, но я не понимаю, что. Он как Кинг-Конг долбит себя, такой... Лох, соси бебру. Здесь еще одна. А что же еще мне надо сделать, я не понимаю. Может быть, я просто реально могла забыть, и все. Сейчас попробую. На тебе, по яичкам. Минус яички у соседушки. Да, видишь, что-то одно я упустила. Ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, да, надо по два раза сходить, вазу намазать и тёлку намазать. Сейчас проверим по-быстрику. Ну, сейчас он пока пожрет там тихонечко, втихую. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Будет, ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь, ты успеешь. Давай, 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 давай. Вали, 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 вали. Есть! Это было четко, ребята. Прям писюлечка в писюлечку успела. Вот это я называю профессионализм. Ах, он, ах ты, ё-моё, надо было, блин, надо было подрезать. Куда они туда? Надо было подрезать эти бусы анальные, блин. Ну, надеюсь, Оскар-то получим. В принципе, 4 нервных срыва, эти тебе не хухры-мухры. Ладно, нам остается только ждать. Я помню, что что-то надо было сделать с этой вазой, но видишь, не судьба. Ну, смотрите, сосед даже успел даже не остыть к этому моменту. То есть, в теории у нас все даже очень хорошо сложилось. Я думала, все будет гораздо хуже, но у него эта палка не упала. То есть мы, в принципе, ну, наверное, вряд ли будет нервный срыв, конечно. А, нет, смотри-ка. Довели до точки кипения, пацана. Хорошо идем. Я кайфую, надеюсь, что и ты тоже. Эта игра просто создана для меня. Прям такое ностальгическое, приятное чувство. Маменькин сынок. Ой, это, по-моему, сейчас его мамочка будет уродская. Нет, пожалуйста, можно без мамы? Вот она меня, вот кто-кто, но она меня очень сильно бесила. Эх, ладно, надеюсь, что без нее. Все благополучно. А, все благополучно прибыли в Индию. И вновь собрались на пляж. Ольга все еще не обращает внимания на соседа. Так что он всячески старается произвести впечатление на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди это ему с рук не сойдет. Мамочка? Реально мамочка? Или он имеет мамочку, это Олечка наша?
Кто? Кто мамочка? Олечка или мамочка? Блин, ну мы в Индии с вами, ребят. В Индии не каждый дурак бывает. Насколько ж надо ненавидеть соседа? Здесь нам, по-моему, нужны вот эти вот клещи как раз-таки. Для того, чтобы вытащить сейчас вонючего краба. Да бери ты их уже, где? Нет, не клещи. А что тогда? Может, вот эта вот хрень? Давай попробуем педаль. Вот педаль есть везде. Педаль, рил. Ладно. Я тебе говорю, я забыл просто про это. Здесь какой-то виски шотландский стоит непонятный. Ну, пойдем. Это его мать! Это его мать? О боже, это Рел его, это его мама. Ребята, это его мама. Я тебе говорила, что тут будет его мать. А, вот кусачки. Блин, у него теперь мамашка. Ёб твою мать, я бы с такими ногами, ну, не была бы гола. Ну, у него тоже гигантские сисяо у этой женщины. Я смотрю, гигантские сисяо было бы семейное, если бы, ну... Мне нужен краб. Полюбасу нужен краб. Давай, собираем здесь, давай. Давай. Опа, есть. По-моему, еще одного можно краба достать. Нет? Ну, давай, хорошо. По-моему, тут можно двух крабов достать, если я не ошибаюсь. И одного из крабиков засунуть ребенку туда, вот в этот вот, где его замок песочный, чтобы сосед, когда доставал ребенка, охерел, что не надо доставать маленького ребенка Ольге. Я просто не понимаю, на что он рассчитывает. Если он потом хочет, типа, с этой Ольгой замутить, скажем так, да? То, типа, дорогой мой, ну, ты, по-моему, дурак. На вот тебе, ежи поджопные. А я могу взять еще ежей? Может быть, мамке тоже подложим? Дай-ка мамке тоже подложу. И мамке тоже на жопу подложу, пока она будет там плавать в своем бассейне вонючем. А подожди, а вот у меня ведро было. А где ведро-то? Подожди, а че я ведро-то не взял? Я же хотел взять ведро. Так, мамка сверлит. Мамка бдит и немножечко пердит. Блин, как я так забыл? Ныряй давай уже, коза. Так, давай положим ей вот эту хрень. Нельзя, да? Ладно. Тогда... подожди, стоп. Не, по-моему, все нормально будет. Я забыла про это ведро. Почему? Как так-то вышло? Бармен не позволит. Бляха, на. Бери. Сейчас за ракушку тебя цап, за квакушку. О-о-о! Опять сейчас сосед получит по жопе. Забираем вот эту хрень. Мамка соседа, иди, пожалуйста, спать. Потому что мне нужно дальше подлянки делать. Тихонечко. Пойдем, пока она сверлит. О! Я забыла про то, что она тоже реагирует, ты прикинь. Вот же коза. Смотри, он такой еще оглядывается по сторонам, никто ли его не палит. Ты посмотри, какой плохой человек, да? Ужас. О! Вставляй вот эту штучку сюда по бырику. Ой-ой-ой. Нет! Балаха, мамка заметила. Ну ладно, ничего страшного. Эх, надо слону тогда пойдемте поставим водичку. Чё там у тебя происходит? У соседа какой-то трэш происходит. Блин, меня мамашка заметила. Мне это не нравится. Я помню, что сейчас он должен, типа, на мамку на свою упасть. Блин, он ребенку разрушил замок. Приколись, козел какой вонючий. А мамка там пузырьки свои пускает. Все вот и пузыречки у нее. Блин, как же она меня запалила, обидно. Эх, возможно, из-за этого я не получу свой Оскар. Он еще ждет, чтобы его мамочка любимая легла. Сейчас вот эту штучку нужно подкрутить и вот это самое еще разочек сделать все. Пока бабка будет вот эти вот сейчас скупаться, там свои ножки мочить старые. А, она в его шлепках? Не, не в его. Так, Вуди, давай. Оп, пошел. Пошел, давай, быстрей. Чтоб на маму упал, мама по жопям далау. Здесь сейчас на него слоник это самое бомбанет водичкой. Он на слона, а слон на него. Давай. Ну хватит, иди ты уже. Сейчас спалились бы. Прям на ровном месте. Ты что делаешь вообще, ля? Давай, женщина, иди спать, сверли там.
По идее, это последняя подлянка, которую мы тут можем сделать. Вот это именно, где он падает на свою мамашку. И все. Ну, не все гладко, конечно, прошло, как хотелось бы, но, в принципе, неплохо. Могло быть и хуже. Я видишь, сколько всего она вспоминала, что здесь нужно сделать. Слон теперь такой довольный, типа, что облил этого говнаря вонючего. Блин, у нее сиськи такие, прям жесть. Ой, я, кажется, увидела запретную жопу. Может быть, она себе делает джакузи и наслаждается пузырьками? Может быть, она настолько любит пузырьки? Сосед, единственно, возможно, остынет сейчас, пока мамка его будет вот этот пузыри пускать свои. Надо же с чего-то начинать. Не все должно быть идеально и гладко, да? Мы и так с тобой очень хорошо идем. Очень хорошо справляемся. Ну, мадама. Сиськи такие. Тара-тара-тара-тара. Оп. Ой, в сисечке прям головкой такой. Мама, дай сисю пососать. Ой, она его от жопы по жопе отлупила. Ха, какая стыдоба. Жалко, Олечка этого не видела. Но мы снова сделали с тобой все максимально хорошо. Четвертый сезон написано. Слушай, ну у нас тут осталось всего лишь две этих самых, и мы с тобой вообще молодцы, прошли еще один сезон и идем дальше, выше, красота. Давайте, точно в яблочко, времени у нас еще есть. Соседа поджидает приятный сюрприз, его любимая мамочка прихватила с собой свою шавку, о нет, и решила сопровождать сыночка в путешествие, она видела сериал и надеется оказать сынулечке моральную поддержку. Теперь Вуди предстоит серьезная борьба, но его не пугают трудности. Хорошо, меня не пугают трудности, конечно. Ольга, привет, как дела? Здесь, наверное, ленту нужно забрать. Это было легко. Блин, мамка и сосед, ты приколись. А чё он ржет? Над собачкой, что ли? А, она трахает зайку? Ужас какой. Собачка трахает зайку. Бедный зайка. Малыш бедный. Здесь вроде бы я ничего не могу взять. Мамка заснула. Да хватит ржать над собачкой. Она просто хочет любви. Блин, мне нужно эту штуку успеть забрать. О, подожди, дай вот эту заберу собачью говняшку. Успею ли я до момента, когда мамка проснется, отобрать вот эту херню какую-то? А, она быстрая, блин, давай быстрее, 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 быстрее. Не успеваю! Я пыталась. Я пыталась. Ладно, давайте еще раз попробуем. С шавкой что-то пошло не так. Блин, бедная собачка, у нее пубертатный просто период. Она, смотри, как рада этому бедному зайчику. Настолько рада, как я никому не радуюсь. Ждем, пока уйдет псина. Ну, хватит ржать, иди отсюда, чеши. Чеши яйцами. Давайте заберем сразу ту зубную пасту. Блин, надеюсь, сосед нас не заметит. Пойдем, все спокойно. Вот проблема вся в том, что нам приходится из-за этой женщины очень медленно вот это вот идти. Блин, я опять не успею. Я опять не успеваю. Это нечестно. Она не хочет там во второй раз заснуть. Давай, сверли там дальше. Глаза закрыла? Быстро. О, боже мой. Ну, закрой ты свои вонючие глаза. Я чисто проверить хочу. А, нет! Вот же вонючая скотина, а. Не нравится ей подушечка. Но он такой мамкин подкаблучник. Он реально ей все делает для нее. Подушку принеси, это принеси. Реально маменькин сынок. Все, ждем, когда этот урод... Да не ходи ты, стой, сиди здесь. Ну хорош смеяться. Забираем сначала коврик по тактике. Потом ждем вот этот блохастый. Сосед вроде бы нас так не замечает. Вот вся проблема в этой козе вонючей. Она так долго вот это вот... делает. Сидит такая, смотрит что-то по сторонам. Своими глазками хлопает. Зачем вот это нам? Ждем. Такая типа ля. Вот я не понимаю, в чем проблема взять бритву, побрить свои ноги. Ну типа, я понимаю, что ты старый, но это не значит, что ты должна ходить вот с этими вот пеньками на своих ногах. Как будто у нее уголь, знаешь. Главное сейчас успеть достать эту вонючую пасту. Давай, давай, давай. Вроде бы как быстро, но блин. Главное здесь не лажать, не лажать. Он собаку как вернет сейчас? Скажите, как он вернет собаку? Давай возвращаемся тогда с тобой вот так. Уходим, 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 уходим. Все, чудно. Значит, смотри, сюда кладем вот эту штуку. Сюда, по-моему, вот эту. Во, пойдем теперь с Олькой шалить. Олечка. Это мастики, зубные протезы на месте для узлов. Каких узлов?
что делать, я не знаю с ней, но я помню, что вот здесь ты вот так делаешь. А, он идет что-то здесь делать, значит, можно засунуть куда-то сюда, наверное, да? Собачка грустит, что нету ее игрушки, смотри, некого трахить. Бедный песик. Он очень сильно хочет кого-нибудь потрахить, а трахить некого. Фига, он рыбу оглушил, вы видали? Я сейчас по Берику здесь сделаю свои дела. Вот, а сюда подушечку-пердушечку. Давай, подушечку-пердушечку. О! Вроде бы все сделала. Сейчас начнется шоу, ребят. Да начнутся приключения, ебой. Оставил собачку, положил... А собачка-то такая своего короля увидела и давай его чпенькать. Как он не заметил, что у него здесь собака, я не понимаю. Собака улетела в космос. Сейчас кто-то от мамки получит мандюля. Видишь, обосрался бедный. А мамочка бежит ради песика своего. У нее, меня еще в детстве смешило, как у нее сиськи, вот ее вот эти вот, вот еще дополнительно по жопе хлестают ее дыни вот эти. Бедный. У него просто дабл. Дабл шот. Он явно ненавидит эту собаку. Я думаю, что в свое время он из-за этой собаки настрадался. Мы вроде спрятаны, да? Отлично. Олька бедная тут скачается такая. Ой, смотрит на него, смотри, влюбленными глазками. А он начинает чесаться, потому что мы подкинули ему блохастый коврик. Как жалко, что он теперь не делает вот это... Ну давай, соседушка, иди наверх. Две подлянки осталось. Вот это вот. И мамке под жопу подушку-пердушку положить. И все. Можем даже не выходить. Просто наблюдаем. Блин, обязательно эту псину кидать туда? Пес такой. Сейчас будет мой розовый кролик, и я буду его чпекать. Но нету песика. И песика... Ой, нету кролика, и песик опять грустит. А кролика здесь, да, ставили? То есть его можно дважды взять, этого кролика? Ах ты, собака ты такая! Я поняла, в чем моя ошибка. Надо, короче, чтобы он кролика, короче, когда выкинул собаку, бабушка его пришла бить, а мы убрали у нее подушку, и она попросила новую подушку. Вот это вот я лох. Реально, ребят, я такой лох, конечно. Я так все просрала. Реально, мы могли бы уже закончить. Мы реально могли бы закончить, но теперь не закончим, потому что я тупой. Ну да, ты берешь, короче, вот этого кролика, кидаешь его опять сюда, бабушка приходит ему давать мандюля. Ну да, я понял, короче, да. Нам сейчас нужно с тобой по кругу здесь походить. А, она попросила подушку! Она попросила подушку! А чё она так долго просила эту вонючую подушку? Могла бы и побыстрее попросить. Не, ну, видимо, это как бы сподобило бы ее, если бы мы убрали эту подушку. Ну, ладно. Все, последняя подляночка, ребятушки. И мы с тобой молодцушечки. Ой-ой-ой. Снова она его сиськами своими машет, бьет. Блин, это прикольная анимация. Сиськи, конечно, у нее шо надо. Ну все, ребята, очередные 6 звезд. Я считаю, что на этой ноте можно закончить эту серию. В следующей уже продолжим. Пишите, как вам эта серия, в комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал. Ну а мы увидимся с вами уже очень скоро. Так что до новых встреч и пока-пока.